Прикольно. Чё такой дерзкий? Блядь, какой дерзкий на фантомке, чувак. Блять, я что-то не могу ни одного крипа зафармить. Вообще что-то не получается. Молоток какой-то холостой попался в этой игре. Так, все, у меня уже банка есть, поэтому можно расслабиться с банкой. Но он сейчас, знаете, что сделает? Скриньте, он кинет в меня даггер и нажмет блинк. Просто, блин, я готов. Я готов спорить. Уже нет. Я уже похилился, сейчас он не будет так делать. Так, все, курас банка едет. Крипов подагрим. Все, больше блинков не будет. Точнее, теперь блинков уже он делать на меня не будет. Теперь это изи кач. Ну, он продолжает меня закидывать даггерами. Я понял его стратегию. Это как бы размять, а потом убить. Но со мной такое не срабатывает, вы же понимаете. Эти все разминки, это как бы все читается. Блять, я не знаю, у меня крип мисует с лоу-граунда, я не могу зафармить. Это просто невозможно. Я... Вы бы знали, как я ненавижу мисы. Это... Вот, что бы я хотел поменять в доте, я бы душу продал за это. Просто, если бы в доте убрали мисы с лоу-граундов. Играть бы стало намного интереснее. Так, на топе ДД, не? На топе болт один, большой. Поэтому мы идем на низ, несем сапожину. Вообще, против фантомки идеально было бы купить стики, потому что фантомка кидает в меня постоянно даггера. Соответственно, каждые 6 секунд мы зарабатываем зарядик стика. И это получается за минуту мы можем 10 стиков изи заоформить. Ну, он не по КД кидает, понятное дело, но все равно в районе десяточки будет. Все, иди нахуй отсюда с этими даггерами. Да ну-ка, дай я сейчас научу тебя жизни. Так, взяли здесь. Я не знаю, вот Orb of Venom или стик. Все-таки как бы хочется и Orb of Venom купить. И стика тоже как бы не помешал бы стик. Но фантомка ушла, поэтому пока стик брать не буду. Сейчас начну с Orb of Venom, а дальше посмотрю. Главное, чтобы курица сейчас... Ну, знаете, как это бывает на 2000. Ты за курой не уследил, она уже побежала там тангусики нести в харду. Причем она не апнутая. Все. Несем. Так, три слота есть. Нормально. Так, ну фантомка хила мало, носки спайдермена. Нечем отвечать ей на мои нападения. Поэтому сейчас принесем сапог Орбов Веном и займемся ей. А, фласку принесла курой. Неплохой мув. И, наверное, щит бомжа уже есть. Да, щит бомжа, топор, фласку принесла. Но это не страшно, это мы идем общаться сразу. Ну, как сказать, общаться. Что-то хреново я общаюсь, потому что я много мисую. Подожди, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Мисс. Попал. Хил. Мисс. Не, это невозможно просто. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Шанс там у него мисов относительно маленький. Я просто не могу по нему попасть. Просто жесть какая-то. Так, ладно, дай мне инвиз, дота. Пожалуйста. Так, с рунами что-то не идет пока. Ну, очевидно, руна снизу. Надо будет сходить. Меня устраивает инвиз хаста реген. Вот любая из этих рун, она мне заходит. Ладно, я пошел, все. Давай, давай не будем, нормально общались. Прекрати. Прекрати. Ладно, давай набью лицо тебе. Окей, окей. Если ты так хочешь, конечно, то... Ладно, все, я пошел, пошел, все. Я не буду. Что-то... Не могу попасть, у него щит бомжа еще... А, капли купил, парни. Это гений доты. Когда ты против омника покупаешь капельки, ты расстраиваешься. Потому что у Омника первый скилл это чистый урон, а капли блокируют магический. Магический, брат, магический, блядь, они блокируют. Не физический, не какой-то там, а именно магический, понимаешь? Магический. Так, мне надо пошрайниться сходить. Black.
Блин, я не убью ее. Тишо, брата своего кинул на альту. Какого? Чё? Спасибо за донат, я никого не кидал вообще. Чё ты гонишь-то? Обоснуй. Не понял. Опять ты? Опять ты за свое, да? Опять ты за свое. Башня, пожалуйста, я прошу тебя, умоляю, нет. Ладно, сейчас мы ее заманим. Смотри. Короче, идем за Баунтосом. Баунтос есть. Ну и сейчас просто будет ход конем. Потому что фантомка сейчас думает, что я ушел на топ-руну. А я на самом деле охотник. Я знаю, куда фантомка ушла. Я ее сейчас встречу вот в этом месте. А, мальчики мои. Вкусные. О, лапки повесил. А, чё ж ты не на меня их повесил? Все. А теперь качели-карусели. Вот это я люблю, это сейчас. Эрон, Дон, поехали. Так, у нее левел 6, да? То есть это значит, что теоретически он может крит дать. Да. О, хорошо. Так, и чё? Все что ли? А, подожди, ты критануть, наверное, хочешь, да? Все, делаем вид, что мы боимся. А теперь смотрите. Блять, не смотрите. У него вард стоит на моем хайграунде, походу. Либо мне показалось. Не понял, это что? Как тебе... Кто ты? Кто ты, брат? Как тебя звать? Влево. Подожди, от чего он сдох? Орбов ведом, да? Просто я в этот момент услышал звук выстрела ульта снайпера, и я немножко охренел. Я думал, это снайпер убил, но... Ну ладно. Хасту, пожалуйста. Ну ладно. Так, ну если бы... Давайте, чтобы выигрывать в доту, нужно думать, как думает твой противник. Поэтому мы должны думать, как Блудсикер сейчас. Мы с ним сходимся во взглядах. Здорово. Как звать тебя? Кто ты? Чудовище. Чудовище. Кто ты? Так, теперь. Теперь, ребят. Здравствуйте. Подожди, здравствуйте, а кто вы? Как вас звать? Давай обгоним еще, пусть тебя иллюзии бьют. Спасибо за донат, потренируемся, брат. Подожди, я хочу унизить его. И тебя. А, там еще летит кто-то. Тролль, по-моему. Топоры кинул. Все нормально. Так, теперь очень важный момент. Хилочка. И бежать. Ребят, мы ни в коем случае не деремся. Мы сейчас... О, и третий бежит. Мы сейчас заманиваем их. Заманиваем их по красоте. Мари, заходим сюда. Хилимся. И, по-моему, пизды можем получить. Парни, вы отстанете от меня. О, суки, что творят? Так, а ну, что это? А. Там был донат какой-то. Спасибо за донат. Скоро будет юбилей. Спасибо, разберемся. Так, ну мне яшки не хватило. Вот серьезно, была бы у меня яшка, я бы там всем все объяснил. Просто они крысы втроем решили на меня. Я дед-бородед. 590 гривен за меня платят. Короче, парни, сейчас показываю ответочку. То есть мы... Ой, не успеваю, ладно, смысла нет. Просто заходим в лес и думаем, как Бладсикер. На этой точке может быть? Вряд ли. На этой нету. Все, я знаю, где он. Вот этой точке.
просто заходим к нему сразу в гости. Бля, нет, он снизу. Он снизу. Ладно, берем Баунтос и заходим в гости. Ничего не поменялось. Правда, у него, скорее всего, 6 уровень уже, и он может кровь дать. Но кровь мы не боимся. Мы не боимся крови. Мы мужчины. Хорошая работа. И он не знает, что я его обхожу, да? Блять, что это такое? Вот это, что ты такое? Троллиная морда. Баш, первый удар. Красава. Почему-то я вообще не удивлен ни разу. Это нормально. Кровь идет, но мы бежим. Так, Сикер бегает крапленый под башней. ТП у него нету, поэтому... Веди голема, веди голема, веди голема, выкуривай. Блять, не туда ведет вообще, сука, олух. Он вот тут стоит. А, он тут стоит. Веди голема, веди голема, веди голема, веди голема. Ну, алло, алло, просыпайся. Просыпайся, Варлок. Сколько глаз у тебя? Можно големом поконтролить? Можно големом поконтролить? Просьба. Спасибо. Так, подождите, надо Сашу Яшу. Подожди, ты кто? Это ты меня убивал, да, сука? Ляп, 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 к шрайну бежит. Давай, включай. Принято. Так, следующий. А, Бладсикер ливнул. Лол. Опа! Это заехало, тоже 27-й. Сегодня вообще 3 стрика по 27 заехало. Глиномес, Фуксор и Лена. Лена, спасибо за подписку. Ты еще кто? Как тебя звать? Просто забил молотком. Чувак, у него реакция примерно на уровне Варлока. Вот. Спасибо, Лена, за 27-й месяц. Сегодня просто уже третий такой саб именно по 27. Ребят, это самые старые вообще сабскрайберы на этом канале. Старее нету. 28 месяца ни у кого нету. Минус уши, а чё с микрофоном? Чё с микрофоном? Я просто сейчас прям в микрофон говорил. Прям очень близко. Надо подальше. Да-да-да-да-да-да-да. Есть такое. Я прям в микрофон стал говорить, поэтому с микро все нормально. Это я решил его проглотить. Так, я башню забрал. Теперь перехватываем Макса. Опа. Подождите, у него есть блинк, у него есть ТП. Вот смотрите, 2000 рейтинга. Он не нажмет ТП ни в коем случае. То есть он мог дать агр и нажать ТП-аут, и он бы выжил. Но они тут просто не понимают, что... Во. Этот, ну этот со стрима просто, скорее всего. Подожди, ты кто? Наперед. Просто он сейчас, он грамотно поступает. Грамотно играет, парни, это грамотная игра. Дримкоил дал. Вообще просто четко, четко. Тот момент, когда вот во время того, как летит арба, ты просто арбу догоняешь и убиваешь его. Что ты мне хочешь дать? Спасибо, брат. Ага, ты еще кто? Фейзы маска. Ну, здорово. Ну, здравствуйте. Ага. Айкауда играет на 2К. Версута играет на 2К. Стри играет на 2К. Как вы заебали, чуханулсны. Закрывай ебальник свой на донатере. Иди нахуй. Просто сидел месяц, играл до пятерика. Раз, сука, за месяц зашел на 2К расчехлиться вообще. Какие-то заходят, ебальники тут открывают. Нахуй со стрима. О, Пак уже, по-моему, сдулся. А чё это?
Стрей, ты чё такой злой? Не, не злой. Просто, ну, типа, эти... Блин, это чувак, короче, это давно, он часто заходит, ну, раньше часто заходил, такие донаты кидал, но просто раньше я действительно, ну, много играл на 2000 рейтинга, то есть я мог там сделать с 2 до 4, потом пойти за... Ну, или с 2 до 3 и пойти заново с 2 до 3, как бы, но сейчас это вообще неуместно, потому что... Мы с вами, вон, два аккаунта подряд до пятерика делаем. Один сделали, второй на 4700. Просто если бы я сейчас зашел на 4700, я думаю, ну, сейчас-то уже я хоть как-то расчехлился, но в начале стрима я был полностью деревянным. Так, значит, чё? Блин, опять какая-то легчайшая игра, парни. Я вам сейчас просто покажу игру на Омнике предыдущую. То есть, вот, это опять же, это не совпадение, по-моему. 5.25, 23 минуты. 17 минута, 21 на 4. Игра на Омнинайте, 2000 рейтинга. Чем вам не нравится этот герой? По-моему, это на Верочку поднять ПТСы. Откуда у него Shadow Blade появился? Да. Просто как бы остальные игры, вот когда играешь не на Омнике. Ну, они дольше. 28, 46, 39. Просто на Омнике они вообще самые легчайшие. И это как бы подтверждает тот факт, что этот герой на этом рейтинге — это имбаланс. Госальтой. Я Альте уже ответил, но как бы я сегодня не готов играть никакие батлкапы, потому что... Блин, я играю первый день вообще за последние 10 дней. Вообще нету желания играть. А если нет желания, то нет смысла. Блин. Они, походу, меня хотят. А. Все. Нет вопросов. Просто я ловлю баш и не могу ульт нажать. Интересно. Играет тролль. Давайте тогда Радиант скупим, чтобы он миссовал иногда. Так, а сколько за меня платят? Косарик, да, для фантомки? И 400 за снайпера. Полторашечка! Полторашечка. Ребят, есть предложение сейчас. Мы вместе идем на Рошана, убиваем его и заканчиваем игру. Если мы это не делаем, то в течение следующих 7 минут мы проиграем. Я поддерживаю. Спасибо, брат. Я здесь стаков немало сделал, нужно будет тоже забрать. Блин, ну Свен, это Свен надо звать. Вот так сидет, гол бьем. Играй с командой. Ребята, если я буду играть с командой, то я буду с ними лес фармить на этом рейтинге, понимаете? Shadow Blade. А, не знают, что покупать. Дасты есть? Наведи ульт, снайпер. Ульт. Парни, убедительная просьба, купите досты, потому что это они неуязвимые. Просто неуязвимые герои. Тролль с ШБ, фантомка с ШБ, и как их убивать? Просто как их убить, если ты их не видишь? Так, Свен сдох. Ну, с Галемчиком забрать можете. Ну, мы не можем без Свена. Так, все, пойдем за Радиансом. Ребят, поехали в Рошана. Парни, в Рошана идем. Не надо сейчас фармить. Ладно, фарми. Блин, сложно.
сложно, потому что у меня нет достов. Мне надо у кого-то отжать досты, либо купить их самому. Досты у Вайпера есть. Может, ты себе просто гем купишь? Блин, я не хочу покупать гем, потому что как только его покупаю, я почему-то сразу умираю всегда. Это классика. Так, ну ладно, радик есть. Это уже половина победы на самом деле. Сейчас апнем 20-й, получим плюс 100 к дэмэджу, и уже будет намного проще. Потому что сейчас действительно урона маловато. Не хватает. Гокунку или шейкера, посмотрим. Знаю. Что, я возьму, парни. Конечно, я. Все, по миду идем с достами. Все, Свен, ты тоже с нами, кстати. Акса можно убить. Блин, мне бы вон радик как-то подцепить. Все, подцепил. Блинк сбит. Блин, он жирный. Как... А, там ривер появился. Сразу бы зарядил патрон, сбил бы ТП. Ну ладно, это не важно. Дасты, мужики. Все, отойдем. У нас, короче, двух нету. Я не знаю, чем вы слушаете. Я ж это, вроде нормально говорю. Идем по миду, а вы где-то бегаете. Варлок, похиль Свена, прошу тебя. В смысле, заебал? Я ж выиграть хочу. Просто если вы хотите выиграть тоже, то послушайте разок меня. Идем дальше. Голема нет, 30 секунд. Все, Акс покричал. Ломаем башню. Башню. Дай мне хил, брат. А зачем ты Свену дал? Ну ладно. Странно. Давай, стан, Свен, что-нибудь есть? Фантомку. Досты есть, хорошо. Ой, молодцы какие, блин, ребят, люблю вас. О, Пакевич. А, там еще Сикер есть. Короче, там два ливера уже. Тут можно было подхилить, кстати. А ну, стоять на крючок. Блин, не, фантомка уйдет. Бараки надо сломать, ребят. Бараки прежде всего. Оп. Подхильнуть чуть-чуть. Подстильнуть. Куда-то сикер бежит, ливнувший. Опа, вот тут, по-моему, минус Аегис. Ну, что поделать. Надо Свена выхилить. Хотя не хочу, если честно. Го-го-го, дерись. Хотя, блин, вот я с троллем почему-то вообще не хочу драться. Шрапнель надо было под себя дать. А, у него КД было, вижу. А, ну все, пошли 100% миссы. Это я уже проходил, поэтому лучше хилом, наверное, добить. Тролль байбек. Все, короче, надо отсюда уходить. Надо просто уйти отсюда, потому что сейчас там... эти тролли с байбеками, эти баши. Короче, надо, знаете, что сделать? Надо купить кирасу, потому что мне не хватает вот какого-то армора, потому что когда меня бьет Акс, точнее, когда меня агрит Акс, я сам себе очень сильно лицо разбиваю без армора. А так возьму кирасу, будет и у врагов армора меньше, у меня больше. Скорость атаки подниму, и все будет немного приятнее. Так, а что это? Тролль. Достов нету. Я понял. Ну, есть станчик. Тролль без байбека, ребят. Вверх пушим или мид идем просто? Вверх, конечно. Сейчас куру не трогайте, мне надо будет принести шмотки. Почему не Шиву? Потому что у меня в этой игре билд дэмэдж дилера, который бьет с руки. Шива, она как бы, ну, она дает армор, но она не дает мне скорость атаки и не снимает армор у противников. А мне как раз таки в этой игре нужно... Сейчас, положить в тайник можно? Блять, нельзя, я ошибся. Можно было пойти сейчас на вражеской базе купить все это. Вот, а кираса, ну, кираса мне дает все, что надо. Скорость атаки и минус армор. А Шива, она мне скорость атаки не даст.
маной у меня вроде бы проблем нету в этой игре. Песен не слышно. Блин, ребята, я постараюсь сейчас говорить, ну, подальше от микрофона, короче. Давай. Хорош, парни. Апер ТТ, спасибо за 16 месяц подписочки. Если в июне будет мало стримов, мы тебя съедим. В июне будет много стримов, ребят. В июне будет очень много стримов. Три-четыре, 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 четыре-три. Красиво.